поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов, с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Раил Яков, добрый день, руководители отрядов ЮИ. Сегодня мы собрались с вами здесь, в гостеприимном, уютном зале школы номер 24, в очередной раз, чтобы провести конкурс под названием «Марафон творческих программ». Сегодня здесь собрались все те, кто за безопасную дорогу. Те, кто пропагандирует безопасность детей на дороге. Вы, дорогие ребята, помощники тех взрослых людей, которые борются с нарушением на дорогах. И мы надеемся, что благодаря вам и с вашей помощью у нас будет как можно меньше дорожно-транспортных происшествий, которые происходят по вине взрослых, а страдают дети. Но иногда и дети бывают нарушителями. Я думаю, что сегодняшние программы, которые вы приготовили на суд жюри, будут очень интересными и продуктивными. И сегодня судить ваши программы, так как это конкурс, будут, я вам сейчас представлю жюри, а вы познакомитесь с этими людьми. Итак, председатель жюри, директор станции юных техников и руководитель координационного методического центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Трошкина Наталья Владимировна. Педагог-организатор координационного центра методического Разуваев Алексей Евгеньевич. Государственный инспектор по пропаганде отдела государственной инспекции Кулигина Ирина Александровна. Многие уже знакомы с Ириной Александровной, видно, что работа проводится. Далее. Председатель Мытищинского городского отделения ВОА Цветков Николай Николаевич. Заместитель начальника Мытищинской автошколы ТСАФ Нажесткин Лев Витальевич. Безопасности детско-юношеского центра «Солнечный круг» Дмитриева Светлана Алексеевна. И я, главный аналитик отдела воспитательной работы дополнительного образования Управления образования Егольникова Ираида Юрьевна. Позвольте, ребята, вам напомнить требования к сегодняшним программам, которые вы будете показывать со сцены. Итак, самое главное требование – это выступление должно быть не более 10 минут. Дорогие ребята, у нас сегодня участвуют в конкурсе 22 команды, 22 агитбригады, поэтому время будет очень жестко отслеживаться. Как только закончится 10 минут выступления, программа будет останавливаться. Будьте к этому готовы, чтобы потом не расстраиваться. Далее, на что будет обращать внимание наше жюри? Это на художественное музыкальное оформление программы, артистизм и мастерство исполнителей, информационная насыщенность программы, ну и, конечно, четкость и доходчивость изложения темы. Потому что многие из вас эти программы потом показывают нашим дошкольникам, чтобы всем все было понятно, ну и, конечно, чтобы не было, как в обычной тетради, ни одной ошибки. Итак, мы начинаем. Открывает наш конкурс победитель марафона творческих программ 2016 года, победитель зонального этапа марафона творческих программ 2016 года, призер областного конкурса марафона творческих программ, команда ЮИН, школа номер 12.
да в ней намек пешеходам всем урок. Степан, проснулся. Чего у нас сегодня к чаю? Ничего нету. Испекла ты старая колобка. Ты шо, милок, я давно заказ делал. Скоро доставка будет. Да кто там еще? Доставка пиццы и колобков. Уважаемый, колобка заказывает. Ой, спасибо, дорогой. Ой, горяченький какой. А ты поставь его на окно. В раз остынет. Слышь, Лукерья, давеча-то правило новое вышло. Что за правило? И когда? Да вот, в июле, от 12 числа, дети старше 12 лет перевозятся в автомобиле. Главное пристегнуть детям прямо в безопасности. Кстати, я в интернете тоже правило видала, что разрешена перевозка детей от 7 до 11 лет на переднем сиденье легкого автомобиля в детских креслах. О, а младше 7, где дети сидеть будут? Да вот пишут, хоть впереди, хоть сзади, только в автокресле. И главное пристегнуть дитя ремнем безопасности и изофикс по весу и росту ребенка. Что с изофиксики-миксики? А ты на, в инете посмотри. О, нашла. Изофикс – это способ крепления детского автомобильного кресла. Хорошие правила. Ну ладно, Лукерья, давай чай пить. Иди дров накури, а я воды из колодца принесу. Наш румяный колобок, не ходи ты за порог. Там широкая дорога, а на ней машин так много. Не послушал колобок, прыг загнал и за порог. По тропинке покатился, на дороге очутился. Я в город очень шумный иду. Пойдем со мной в город, узнаем везде правила, чтоб жить на свете правильно. Ладно, пойдем, посмотрим, чем ты меня сможешь удивить. Колобок и косой, расслабьтесь, не собираюсь я вас есть. Я фигуру соблюдаю, ГМО не потребляю. Я тоже хочу пойти в город погулять, в ПДД узнать. Что такое ПДД и с чем его едят? Что ты, Мишенька, это правила дорожного движения такие. Пойдем с нами в город, мы знаем вместе правила, чтоб жить на свете правильно. Мы в город очень шумный, и там дорогой шумный. Хотим узнать и правила, чтоб жить на свете правильно. Водителя не отвлекай. Вышли из автобуса, будьте внимательны. Пока он не уедет, дождитесь обязательно. Вот еще одно правило, чтоб жить на свете правильно. Уважаемые, куда под колеса бросаетесь? Вот и что! Знаете,
и жди, а зеленый свет – иди. Красный – будем хлопать, а зеленый – топать. Внимание на экран! Избушки, а завтра.
слышите, вы тише воды ниже травы. Пока сидит, слышите, вы тише воды ниже травы. Берегите жизнь, соблюдайте правила дорожного движения.
Будьте внимательны на дорогу. Ах, спасибо, чародей, что вернул моих детей. Хорошо, что в сказке этой можно все вернуть назад. Все исправить, все наладить. Жаль, что жизнь так нельзя. Да, так бывает трудно, дети. Трудно поступает тот, кто лишь при зеленом свете через улицу идет. Пусть запомнят твердо, дети. Мудро поступает тот, кто лишь при зеленом свете через улицу идет. В дождь и в ясную погоду здесь не ходят пешеходы. Говорит им знак одно: здесь ходить запрещено. Мяч играет с друзьями счастье. Только помните одно: на проезжей части мяч играть запрещено. Проблему пешехода я решить должна. И на досуге вечером костюм изобрела. Фликеры, тесьма, повязки, украшения, как в сказке. Но не только украшения рады мы представить вам. Помните, волшебные наклейки зачастую жизнь спасают нам. На скейтах катайтесь в положенном месте. Запомните, дети, правила эти. Всем, кто любит погулять, всем без исключения, нужно помнить, нужно знать правила движения. Выходя на улицу, приготовь заранее вежливость и сдержанность, а главное – внимание! Thank you.
машин, а внимательно переходит дорогу. Ведь машины не прячутся от дождя. Так что же делать? Мы все здесь промокнем. А, вспомнила, у нас есть помощники, катафоты. Что? Внимание! Изменения в природе происходят год от года. Снега, пожара, издужа, все сюрпризная погода. Но злина на дороге обойдет нас всех беда. Ведь мы на папере на цепи, светящиеся смайли всегда. И на рукавах прилепим крутой катапорт навсегда. И до свидания всегда. Водитель не спешит, бежит за огонек, и это мы старались пить, украсить для тебя, береги нашу жизнь. Ребята, убедительная просьба в зале. Пожалуйста.
пожалуйста, соблюдайте тишину. Вы все будете на сцене. И выступать, когда в зале не слушают, очень тяжело. Спасибо. Была бы наша родина богатой и счастливою, ведь выше счастья родины нет выше ничего. Была бы наша родина богатой и счастливою, ведь выше счастья родины нет в мире ничего.